оставляю кондитер. Все. Так, ну, студенты данного отделения поварское кондитерское дело являются участниками всех мероприятий, которые проводятся в городе Якутске, в республике. Они очень тесно сотрудничают с общественной организацией «Матери России», проводят мастер-классы, а также занятия в школах по направлению «Юные леди». Также мы готовим четвертый год, ведем набор по специальности информационной системы и программирования. Мы ведем набор на базе 9 классов. Кстати, там конкурс. В этом году нам выделяют 25 мест на данную специальность. И я хочу предоставить слово преподавателю по данной специальности Анатолию Олеговичу Нератову. Пожалуйста. Здравствуйте всем, коллеги. Меня зовут Анатолий Олегович. Я преподаватель в колледже технологии и управления. Веду в основном предмет информатика у наших студентов, не только у программистов, и по другим специальностям также. Специальность информационной системы программирования у нас появилась в 2019 году. Первый выпуск мы в прошлом году уже успешно выпустили. У нас было больше 20, около 30 выпускников. Каждый год вот мы набираем студентов по данной специальности. С позапрошлого года у нас начали появляться бюджетные места, то есть с 22 года у нас уже есть студенты, которые обучаются у нас бесплатно по специальности программист. В этом году у нас также есть набор на бюджетные места, 25 мест. Так что если у вас, у ваших учеников средний балл выше 4,5, где-то 4,6, 4,7 и так далее, то вы можете смело претендовать на бюджетное место и попробовать подать документы. Но помимо этого, платный набор также у нас есть. Я веду у программистов два предмета, да, на первом курсе. То есть со специальностью они знакомятся на моих парах на информатике, да, и есть более такой профильный предмет, это основы компьютерного дизайна. Сейчас, если можно, я бы хотел показать одну из работ наших студентов вот в прошлом году. Надеюсь, вам видно. В прошлом году на предмете основы компьютерного дизайна, да, я попросил студентов сделать 3D-модель логотипа вот нашего колледжа. То есть мы с ними проходим 3D-моделирование, отдаем этому очень много часов. И вот благодаря этому наши ребята смогли создать не только 3D-модель, да, разукрасить ее, добавить текстуры, материалы и так далее, но еще и сделать анимацию. Анимацию.
Ну, мы делали не только наш логотип, да, у нас очень много было в прошлом году занятий, и в этом году мы также вот проходим данный предмет и 3D-моделирование. Ребятам всем очень нравится, и они и дальше потом продолжают этим заниматься уже, ну, когда предмет уже закончился, многим студентам потом самим интересно заниматься 3D-моделированием. Тем более сейчас это очень востребовано. Очень много вакансий есть на 3D-моделлера. Но там уже нужно больше прилагать самостоятельные усилия, чтобы больше развить свой навык. Так, и я бы хотел рассказать, да, про конкурс Agro-N3. Конкурс Agro-N3. Вот. Смотрите, у меня есть маленький квадрокоптер. Это квадрокоптер фирмы Geoscan. Модель Pioneer Mini. Наш университет является базой, да, региональной площадкой для конкурса Agro-N3. Это всероссийский конкурс для учеников сельских школ с 5 по 11 класс. Этот конкурс проводится уже очень много лет, да, мы, вот, допустим, с 2020 года стали площадкой, ежегодно участвуем. Конкурс проходит в 3 этапа. Первый этап заочный. Ребята регистрируются на сайте kids.agro-n3.ru, создают себе личный кабинет и проходит тестирование по выбранному направлению. Там несколько направлений, 9 направлений, если быть точным. И одно из них — это вот агрокоптеры. Я там как раз-таки являюсь куратором в данном направлении. Наши участники, да, с республики успешно выступают на финалах, да, всероссийских. Мы занимали несколько раз первое место, третье место мы занимали. И наши студенты получали дипломы, да, золотой осени. Вот. Также есть большой коптер. Это тоже фирма Geoscan, модель Pioneer. Вот этими вот двумя коптерами участники учатся управлять не только вручную, но и автономно, то есть с помощью программирования. В прошлом году, допустим, программировали посредством языка Python. Вот в этом году тоже у нас начался вот конкурс. Недавно закончился региональный этап, и вот в конце мая, начале июня мы ожидаем ребят на региональном этапе. Должно приехать 40 школьников с 5 по 11 класс, и все они будут бороться за первые 3 призовых места, чтобы представлять Якутию на всероссийском финале. Спасибо.
студенты колледж технологии управления Арктического государственного агротехнологического университета вас ждет. Мы вас обучаем по названным специальностям, их 10 программ. И кроме учебы, вы еще тут будете развиваться и по спорту, и по самодеятельности, а также по научным исследованиям. Ждем вас, уважаемые абитуриенты. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Нашего колледжа вы можете продолжить обучение в стенах нашего университета по названным специальностям. И по инженерным специальностям, по зоотехническим, по технологии общественного питания. Это единственный вуз республики, который готовит технологов общественного питания, а также переработчиков сельхозпродукции и сырья. Ждем вас. Какие у вас будут вопросы? Пожалуйста. Начинает работать с 15 июня. С 15 июня. Адрес приемной комиссии Сергеевская ЖЦ. Комиссия Сергеевская ЖЦ.